С начала года из-за антимасочников с рейса сняли 40 автобусов. Об этом рассказали в мэрии. В течение января сотрудники департамента транспорта провели 30 рейсов, то есть выходили с инспекции ежедневно. За это время проверили 289 автобусов. Получается, что в каждом седьмом были грубые нарушения. Или пассажиры, или экипаж без маски. В мэрии считают, что горожане ошибочно полагают, что коронавирус отступил и маска уже не нужна. Тем не менее, противоковидные правила никто не отменял. Маску в общественных местах нужно носить обязательно. Если пассажир откажется ее надеть, экипаж вправе остановить автобус и вызвать полицию. Штраф за это нарушение до 30 000 рублей.